и ты опять, ну, смотри, скажем, сейчас тебе повезло, то, что ты, ну, она не выбрала тебя, но выбрала такого же, ну, имбецила, как и ты. И он стоял на два шага дальше от тебя, и умерло 5 человек из-за этого. Потому что вы не отбегаете, и вот вы стоите, дуплитесь в натуре, ну, вы просто какие-то... Я не знаю, я не нахожу слов правильных, чтобы вас не оскорбить. Вон, давайте, слышишь? Вот, возьми Олега, пускай он, ну, командует. У меня болит горло, я не могу на них орать. Не могу вообще говорить. Возьми вон. Слот как раз под Олега освободится. Там Олег был. Короче, давайте. Друид ушел. Жрите рыбу. Вот, что, Олег пойдет с нами или нет? Потому что я уже задрочился командовать. Такое ощущение, у тебя температура тут 7,1. Стас, очень смешно, хорошая шутка. Запиши себе это в блокнот, пойдешь на рассмеши комика и выиграешь себе 50 штук. А не поешь, полдня думал. Не, ну просто... Так уже мрачно все. Стас, в натуре нет, короче, этот самый. Нету настроения. Ну, сейчас так... шути. Я просто пытался поднять его. Да нет сил, болит голова, блин, эти тупняки, блин. Вроде бы нормально все делали. Давайте, короче. Чекаю, бафайте. Дай мне ХП, и дальше пойдем. Хоть кому-нибудь дадутся. Да мне могут дать хоть 1 000 000, ну, типа, мне все равно. Все готовы, давайте убьем 24. Бах, нормально пульнул. Давайте это, види под зеленую колбу, долбите. Види под зеленую колбу. Здесь и так ДПС не нужен. Главное, чтобы не ловили пельмени, не получали лишаковый урон. Там друлька, вот этот закум. Подхотывай, пожалуйста, куколку. На мне нет ни одной хоты. Пока алфа не спекнул, ходки были постоянно. Вот зеленого играйте, ребята. Профа не бейте. Проф 1%. Если сейчас переведете, будет вайп. Давайте от зеленого отбежали по максимуму. Да все, это вайп. Короче, всем спасибо. Вот, я спать. Нет нервов, нет. Сил, нет желания, короче, пока все. Если Олег покомандует, я вам еще потанчу. Я не могу, у меня болит горло, я не могу уже говорить с ним.
Я понял. Заспальте это чучело с меня, пожалуйста. Ну, понятно. Ну, хоть не сдох. Всем спасибо. Дай вам.